Привет, друзья! Сегодня у нас комплекс на все тело. Это 6-й урок курса йоги для начинающих. Если вы не смотрели, не выполняли предыдущие уроки, посмотрите по ссылочке вверху. Там мы прорабатываем тело по системе чакр. Ноги, область таза, затем живот, поясница, затем раскрытие грудного отдела, шея, руки, укрепление рук. И сегодня уже весь полноценный комплекс на все тело. Этот комплекс нужно выполнять по утрам, каждый день, и тогда вы будете чувствовать себя прекрасно. А сейчас мы начинаем сидя. Начинаем, как всегда, с настроя. Приятной вам практики! Мы садимся прямо, вытягиваем спину от копчика до макушки вверх. И дышим, наполняем себя снизу вверх кислородом, наполняем низ живота, верх живота, грудной отдел. И выдыхаем через нос. Настройтесь на занятие, отпустите все мысли. Со следующим вдохом руки через стороны вверх, выдох, намасте. Руки на колени, делаем вращательное движение головой вправо, сильно голову назад не запрокидывайте, приятные ощущения должны быть. И влево, 3 круга. Разминаем все тело, готовим его к практике. Нейтральное положение головы, выполняем круги грудью. Вправо 3 круга, амплитудно, со вдохом раскрываем грудь, с выдохом скруглим спину. И в другую сторону, вдох, раскрываем грудь, выдох, скруглим спину, вдох, раскрытие, выдох, скругление, вдох. Выдох. И нейтральное положение. Сейчас садимся на ягодицы. Ноги перед собой прямые. Спина прямая. И руки вытягиваем тоже перед собой. Вдох. Носочки на себя, от себя. Пальчики тоже на себя, от себя. И руки работают, и стопа работает. На себя, от себя. На себя, от себя. На себя, от себя. А теперь круги, внешний круг, 1, 2, 3, и внутренний круг, 1, 2, 3. Буквально немного размяли кисти, стопы, чтобы уже начать наше занятие. Становимся на передний край коврика. Распределите пальчики от мизинчика до большого, вся стопа стоит. Немного подтяните мышцы пресса. Вдох, руки через стороны вверх, прогиб в грудном отделе. Выдох, намасте, присогните колени, наклон. Возьмитесь за локти, немного отшагните в сторону и покачайтесь. Расслабьте полностью спину, шею. Голова висит. Со вдохом оттолкнитесь руками от ног и вытяните спину еще больше. Выдох, наклон к ногам, колени присогнуты. Вдох, планка. В планке стоим, дышим, выдох. Еще вдох, стоим. С выдохом колени вниз. И затем грудь вниз, локти вдоль корпуса, полностью ложимся вниз. Ладони напротив глаз, смотрим вниз и медленно поднимаем низ живота, верх живота, грудной отдел, в последнюю очередь голова. Плечи от ушей подальше, тянемся за макушкой вверх и дышим, вдох медленный. Медленный выдох, вытяжение позвоночника. Вдох. А с выдохом медленно ложимся вниз на коврик. Со вдохом, оттолкнувшись руками от коврика, выходим на четвереньки, проверяем положение.
Выдох. Таз вверх. Пяточками тянемся вниз. Колени присогнуты. И попереминайтесь ноги на ногу. Вытяните позвоночник. Расслабьте спину, шею. Из этого положения со вдохом левой ногой шагаем к рукам. Если нога не подошла, подвигаем ее ближе к рукам. Выдох, живот втяните, вдох, поза воина. Выдох, опускаем плечи вниз. Со следующим вдохом большой круг руками и сзади замочек за спиной. Проверните, раскройте плечи, грудь. Три цикла дыхания в этой асане. Дышим. Медленно вдох и медленные выдохи. Вдох, руки намасте перед грудью, выдох, правый локоть за левое колено, а сзади нога прямая, правая нога прямая. В этом положении три цикла дыхания, медленные вдохи и выдохи. Вдох, руки вниз, выдох, живот втяните, вдох, планка. Выдох, чатуранга или колени, грудь вниз по возможности. Вдох, собака мордой вверх. Если неприятно, делайте кобру. Остаемся три цикла дыхания, дышим. С выдохом собака мордой вниз. Останемся здесь, расслабимся, потянемся вверх за тазом. И со следующим вдохом правой ногой шагаем к рукам, к правой руке. Выдох, живот втяните, приготовьтесь к асане. Вдох, поза воина. Выдох, плечи опустите вниз. И со следующим вдохом большой круг руками, сзади замочек, проверните, раскройте плечи, грудь, живот подтянут. Остаемся в положении, дышим. Медленные вдохи, медленные выдохи. Вдох, руки намасте перед грудью, выдох, левый локоть за правое колено, скрутка. Остаемся здесь, дышим, вдох, медленный, медленный, расслабляющий выдох. Сзади нога прямая. Руки вниз, вдох, выдох, втяните живот. Вдох, планка, выдох, чатуранга, локти вдоль корпуса, вдох, собака мордой вверх, выдох, таз вверх, собака мордой вниз, останьтесь в положении, потянитесь вверх еще больше за тазом, оттолкнитесь руками от коврика. И шагаем со вдохом ногами к рукам. Можно через четвереньки или просто шагнуть к рукам. И сядем на ягодицы. Ноги перед собой вытягиваем, но не выпрямляем в коленях. Вдох, потянитесь вверх за руками. Выдох, наклон. Живот кладем на бедра. Выпрямляем полностью спину. И с каждым выдохом уходим глубже в наклон. Но постарайтесь не жертвовать спиной. Спина прямая, сильно не скругляйте ее. Лучше пусть будут согнуты колени. Носочки на себя, носочки и колени вместе. Вдох, выпрямляемся. Правая нога сгибается, правая нога за левое колено, вдох, левая рука вверх, потянитесь за рукой, выдох, скрутка вправо. Остаемся в этом положении, дышим и с каждым выдохом уходим глубже в скрутку.
Вдох, возвращаемся, согнем колени. Выдох, скруглите спину. Это компенсация после скрутки. Вдох, выпрямляем спину, раскрываем грудь. Правая нога выпрямлена, левая нога согнута, левая стопа за правое колено. Со вдохом вытягиваемся вверх за рукой, выдох, скрутка. Остаемся в положении, дышим. Медленный вдох, медленный выдох. Вдох, возвращаемся. Вытягиваем спину, выдох, спину скруглим. Вдох, опять вытянем, раскроем грудь. Сейчас садимся на корточки, руки перед собой, колени широко. С выдохом наклон к ногам, таз вверх, живот лежит на бедрах, колени присогнуты. Вдох, раскрываем колени. Грудь вперед, сзади сводим лопатки, выдох, наклон к ногам, вытяжение спины, вдох, раскрытие грудного отдела и ног, выдох, наклон и вытяжение, вдох, раскрытие области таза и груди, выдох, таз вверх, вытяжение, еще вдох, раскрываем область таза и здесь останемся, колени широко, локтями толкаем колени в стороны, руки намасте перед грудью, сзади сводим лопатки, тянемся от копчика до макушки вверх, расслабляемся, дышим. Опора на внешний край стоп. Эта асана очень хороша для поясницы, в том числе. Потихоньку выходим из положения в выпад. Правая нога согнута, левая выпрямлена. И медленно перекатываемся на другую ногу. Выполняем такие перекаты, колени как можно шире. Если не получается внизу, делаем вот так. Таз вверх, затем вниз. Но лучше перекатываться как можно ниже таз и как можно шире колени. Направляем колени в стороны. Останемся в выпаде на правой ноге. Постараемся поставить пяточку вниз по возможности. Левая нога выпрямлена, носочек левой ноги смотрит вверх и колено вверх. Для продвинутых можно уйти дальше, глубже в асану. Здесь останемся один цикл дыхания. Постарайтесь расслабиться. И затем перекатываемся на другую сторону. Левая нога согнута, правая выпрямлена. Таз как можно ниже, колени как можно шире. Правое колено смотрит вверх. И по возможности уходим глубже в асану. Дыхание медленное, ровное. Помогая себе руками, поднимаем таз вверх. Немного ближе ставим стопы. Стопы параллельны друг другу. Вдох и с выдохом притяните себя ближе к ногам. Помогая себе руками, притяните себя ближе тазом. Мы тянемся вверх, а грудью между ног. Спина прямая. Со вдохом руки перед собой. Прогиб. Оттолкнемся руками от ног. Вытянем спину. Вдох, левая рука вниз на коврик, выдох, правая рука вверх, остаемся в этом положении, вдох, выдох, вдох, правая рука вниз на коврик, выдох, левая рука вверх, остаемся здесь, стараемся не смещать таз. Со вдохом опять оттолкнитесь руками от ног.
присогните колени и выдох, правая рука прямая, правое плечо вниз, вдох, обратно, обе руки отталкиваются от коленей, выдох, левая рука прямая, левое плечо вниз, со вдохом опять по центру, выдох, скрутка влево. Левая рука согнута, правая прямая, плечо вниз. Вдох опять по центру, выдох, скрутка вправо. Левое плечо вниз, правая рука согнута. Вдох по центру, выпрямите ноги. Сзади замочек, за спиной руками замочек и выдох, наклон вниз. Задержите здесь немного. И со вдохом опять оттолкнитесь руками от ног. Постепенно, помогая себе руками, переходите в положение на четвереньках. Вспомним позу тигра. Со вдохом выпрямляем левую руку, правую ногу. Выдох, локоть к колену. Вдох, выпрямляем, выдох. Напрягаем пресс. Локоть к колену, вдох, выпрямляем, выдох, локоть к колену, вдох, выпрямляем, останемся в положении, дышим, выдох, вдох, опять дышим, выдох, руку на место ставим, и правая нога перед собой сгибается, левая нога стремится назад, поза голубя. Со вдохом потянитесь вверх за макушкой, выдох, наклон вперед. Если тазовые кости у вас не расположены равномерно на одной линии, то под правую ягодицу кладите полотенечко. В этом положении расслабляемся, чувствуем натяжение в области ягодицы. Эта поза очень хороша, очень полезна для поясницы. Вдох, выпрямляемся и выходим на четвереньки. Для компенсации после позы голубя делаем круги тазом в одну сторону и в другую сторону амплитудные круги. Опять выходим на четвереньки. И со вдохом правая рука прямая, левая нога также прямая. Выдох, локоть к колену, вдох, выпрямляем, выдох, живот напрягаем, локоть к колену, вдох, выпрямляем, выдох, локоть к колену, вдох. Задержимся в позе тигра, дышим, дыхание не задерживаем, корсет сильный. Левая нога перед собой сгибается, в позу голубя выходим, правая нога сзади, оттолкнемся руками от коврика со вдохом и выдох на вытянутом позвоночнике, уже ложимся вниз, расслабление. В этом положении под левую ягодицу можно положить полотенечко или валик и расслабляться так. Со следующим вдохом, помогая себе руками, переходим в положение на четвереньках. Подкрутите носочки, выдох, таз вверх, собака мордой вниз. Попереминайтесь ноги на ногу, расслабьте спину, ноги. И затем, шагая ногами к рукам, вы окажетесь на переднем крае коврика. С выдохом притяните себя руками к ногам. Присогнуты колени, живот лежит на бедрах. Можно взяться за большие пальчики стоп и еще больше себя притянуть. Со вдохом руками оттолкнитесь от ног, вытяните спину. И
выпрямляемся, готовимся к позе дерева. Стоим на правой ноге, поднимаем левую ногу, кости таза на одном уровне, руки в намасте перед грудью, левое колено в сторону смотрит направленно, дышим в этом положении, дыхание не задерживаем, и со вдохом поднимаем руки вверх. Взгляд лучше направить вверх, но если так вам тяжело, если вы шатаетесь, то можно смотреть вперед в одну точку. Теперь берем левую ногу в руки, выпрямляем плечи, втягиваем живот, колени вместе, пяточка левой ноги к ягодицам. В этом положении стараемся удержать баланс, дышим. И со следующим вдохом рука перед собой в мудре, правая рука перед собой. Берем левой рукой левую ногу, поза танцора. Слишком высоко ногу не поднимайте, не должно быть неприятных ощущений в пояснице. И медленно опускаем ногу вниз. Встряхните правой ногой, приготовьтесь к позе дерева на левой ноге. Стоим на левой ноге, поднимаем правую ногу вверх, правое колено направляем в сторону, руки намасте перед грудью. По возможности выпрямляем руки над головой и тянемся вверх за ними, тянемся вверх за макушкой. Дышим, дыхание не задерживаем. Теперь из этого положения правую пяточку притянем к ягодице, оба колена вместе, живот подтянут, нет прогиба в пояснице, плечи расправлены. Со вдохом левая рука перед собой, правая нога назад, позу танцора. Останемся здесь, дышим. Если есть неприятные ощущения в пояснице, сделайте эту асану немножечко полегче для себя, пустите ногу. Выходим из положения, встряхните левой ногой, расслабьтесь. Встаньте на передний край коврика, выполним компенсацию после баланса. Вдох, руки вверх, выдох, наклон. Ноги присогнуты, живот лежит на бедрах, качаемся из стороны в сторону. Вдох, потянемся вперед, выдох, опять наклон. Вдох, планка, выдох, или колени, грудь вниз, или чатуранга. Вдох, собака мордой вверх, выдох, собака мордой вниз. Задержитесь в положении, продышите, расслабьтесь. Со вдохом на четвереньки, выдох, таз назад, скруглите спину как можно сильнее. Положите голову на коврик, сзади замочек руками тянем его вперед, поднимаем таз выше, поза кролика. Скругление грудного отдела, скругление спины, расслабление. И затем медленно-медленно позвонок за позвонком выходим из положения. В последнюю очередь голова. Садимся на ягодицы. На передний край коврика выпрямляем спину. И только затем выполняем навасану. Руки под коленями, спина прямая, бедра прижимаем к животу как можно ближе и поднимаем ноги вверх. В этом положении дышим. И выходим из положения, с выдохом скруглим спину, медленно-медленно уложим позвоночник вниз на коврик. Возьмитесь за колени, покачайтесь из стороны в сторону, расслабьте спину, поясницу. Затем поставим пяточки ближе к ягодицам, возьмем замочек под ягодицами и поднимем таз вверх. Плечи как бы подкручены под себя,
дышим, дыхание не задерживаем. С выдохом медленно кладем таз вниз, выпрямляем ноги и приготовимся к шавасане. Оттолкнемся руками от таза и медленно уложим позвоночник от копчика до макушки, вытянем шею, расслабим ее. Ноги расслабим, стопы висят, руки ладонями вверх. И будем сканировать наше тело снизу вверх. Расслабим стопы, расслабим ноги полностью. Расслабим ягодицы. Расслабьте живот, спину, грудной отдел. Расслабьте руки, плечи, шею, мышцы лица. Расслабьте челюсть, в ней скапливается много напряжения, отпустите ее. Все тело полностью расслаблено, ни единой мысли, ни единого движения. Буквально полминуты полного релакса. Когда будете готовы, пошевелите пальчиками ног, пальчиками рук. Медленно садимся в удобное положение. Со вдохом потянемся вверх за руками. Выдох, руки намасте, прямая спина. Поблагодарите себя за практику. Осознайте, что вы оздоровили свое тело. Это был 6-й урок курса йога для начинающих. Я вам советую каждый день включать это видео и повторять за мной. Очень просто, но очень-очень эффективно. Если вы будете делать этот комплекс регулярно, вы забудете о болях в спине, о сутулости, о каких-то вот неприятных, сковывающих ощущениях. Делайте просто регулярно, каждый день, лучше утром. И обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы дальше только развиваться в этом направлении, чтобы только повышать свой уровень гибкости, свою подготовку. И запомните, никто, кроме вас самих, ни остеопаты, ни массажисты, ни врачи не смогут сделать вас здоровыми, сильными, гибкими и красивыми. Поэтому занимайтесь, занимайтесь регулярно. На моем канале есть все для этого. Всем отличного настроения. Пока.